Трагедия в поселке Йодва Удорского района Республики Коми произошла в минувшее воскресенье. 14-летнюю девочку загрыз волк. Региональный следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса в отношении местных чиновников. Их подозревают в халатности, сообщает пресс-служба ведомства. Администрации Удорского района разрешили отстрелить 10 хищников. Сезон охоты начинается лишь с 15 сентября. Сейчас в Йодве работают охотники. В Ненецком округе медведи и волки представляют серьезную угрозу для оленьих стад. Об этом шла речь на встрече губернатора с главой Канинского сельсовета, руководителем и бригадирами оленеводческого хозяйства Канин. Есть такая проблема, скажем, когда вот весенний период, особенно, когда медведи ходят, во время отела имеется в виду. Очень много у нас. Ну, их стало больше, чем было, да? Очень много стало. Может быть, нам есть смысл это увеличить насчет этого ничего не говорю. Но по 8-й бригаде это уже повторяется не первый раз. Посмотрите, может быть, нам на Канином тогда больше дать квоту на отстрел медведя, чтобы у нас был. У нас в районе Шойны во время утёрненько не стали. Мы до этого какой-то год зачистили были. Вертолет прилетал, потом эти с ним выходы мы местных охотников задействовали. А в этом году немножко не стали, быстро расстраивало. В этом году у нас... Мне говорили, волков тоже много стало. У нас зимой, да? Востребовано. Прям много, да, действительно? Много зимой. Алексей Поликарпович ждал несколько волков, насколько. Ну, мы же приняли там решение, да, по увеличению стоимости за голову волка. Угу. Так давно. Это как раз было по просьбе вот из Несипи. Нам коллеги говорили о том, что это все-таки проблема. Но там, знаете, такая ситуация, там мы тоже не имеем права крепко там их отстреливать, потому что там же тоже охраняемые зоны. Заказники. В Медведском районе. Глава региона пообещал оленеводам поддержку во взаимодействии с соседним регионом. Надо поговорить просто с Архангельской областью, с руководителем, о том, чтобы этот вопрос вынести вместе. Оленеводы поднимают вопрос не только об увеличении квот на добычу хищника, но и просят поддержать авиации. Отстрел волков с вертолета, на их взгляд, эффективней. Но в настоящее время это запрещено законом. Впрочем, речь идет не об обычной охоте, а о защите поголовья оленей. Что у нас другая специфика. По большому счету эти правила писались для охоты, да, для охотников, чтобы не было массового отстрела в средней полосе, особенно зверей. Там запрещено там, со снегохода, с вертолета. Если у нас это в рамках какой-то программы, да, допустим, там, по зачистке, то, может быть, здесь можно как-то, я не знаю, да, Сергей Ильич, здесь тоже, вы знаете, посмотрите, там волка ногами в тундре не догонишь. Да и медведь, наверное, тоже. Я думаю, что это одно дело в лесу, там где-то его на лобазе сидеть и ждать, пока он выйдет. А здесь ты особо его не возьмешь. По итогам обсуждения проблемы отстрела хищников с оленеводами общины Канин, глава региона дал соответствующие поручения специалистам органов исполнительной власти проработать данный вопрос.